те, у кого есть право ржать над нами, они даже там на форум на что не заходят, а все остальные играют примерно так же. Так, я тут, звонили. Ну, сейчас еще не начало. Ага. Денджи, вернись, тут трейсер у меня. Мы таких. Там Бастион где-то сидит. А, Бастион у нас. Бастион здоровый. А, это наш Бастион. Джон же сзади. Благодарю. Ну да, по типу как на Макри набиваешь ульту и ходишь, всем кричишь здрасте, здрасте, потом херак всех. И там 2 секунды Hello. Есть. Hi there. Hello. Yo. Там еще не забывайте, есть выход слева. Понял. А как ты сзади? Чем там кидаешься? Как сзади? Что он не прилипает к стенкам? Знаем мы вашу паутину. Откуда мы берем? У пауков. Да. Я не могу сдержаться. Ну за Генджи-то даже больше шаг дамажить. Это тоже будет их отвлекать. А мы их уже убьем. А чё, так можно, да? Боли. У меня 7 убийств. И унижение. Вы что там делаете? Так, еще раз записываем. Этот бой выкладываем на форум. Если что записанный тот бой, где разбежались все. Потом выложу. Че, мне танка взять или второго дамагера вместе с Игорем? Ну, ты кого там заявлял из дамагеров? Ну, второго Макри возьму. Я с удовольствием. Ну, давай Макри. Ну да, на я могу отдать тебе свою. Ишь какой, а? Ты их вариантов ищет. Игорь, на кого-то хочешь пересечь, если хоть Макри отдать? На, ангел не против. Да кто ж Диму-то отпустит с Рейна-то? Там восстание. Так, Рейн у них там. Сверху Ханза, Анна. Это прям что твой один? Кошмар. Лестница даже отлаживается, это же надо. Ранг.
сарафаны? Они все сверху над нами слева. На вас банк лежит. Справа. Риппер спит. Сори. Танки, дамагеры, пожалуйста, держите в поле зрения Мэй, да. Она вперед уходит. Стараемся. Все наверху. Солдат сейчас упадет сверху. Справа. Не трогай танка. Тануть надо. Просто его не бить. Есть ульт один. Ну все. Все уже. На, есть ульт один. У них нет маха. Минусе. Подходи. Давайте соберемся все, вперед танки не лезем. Я сверху над вами. На вас банка, Дим, не лезь вперед. Солдат на маску умер. Сейчас слева сверху справа. Осторожно пошел. На вас банка. Есть ульт один. Рунт проходит. Минут это стенка пока. Риппер сзади. Солдат ультует. Есть только. Так мне мало хп, беру стенку. Лучше в тесе. Минус я. Отходим внизу. В смысле? Зара разогрет на 100%. Отходи, отходи, Саш. Ай, минус. Ну, отходим назад, потому что танки и хилы все полегли. А я так хорошо там настрелял. Я не лег, я там был. Halo, давайте, гоу-гоу-гоу. Мэй, заберите и гоу вперед. Так, у нас 4 UPS, что есть? Да. И будем пробивать. Солдат сверху.
на доме вообще висит. Минус Е. Минус Е. Слева сверху кто-то есть. Солдат наверху на третьем этаже справа. И тут. Давайте я, наверное, танка возьму у нас. Немножко не хватает на щиты. Нам дамага не хватает. Да. Давайте, стойте. Дим, давай с танком. Выходи вперед. Давай, гоу. Свина убить. Не убью. Так, нех, за минус. Минусе. Ну, кто-то зашел, убил солдата. Дальше там и стоит. Сильно сейчас не влезает тоже. Вперед танка. Рипер. Давайте. Слева сверху. Рипер сзади слева, сверху. Рипер сзади. Свина добил. Солдат справа сверху. Солдата справа сверху. Кто-нибудь из Макри. Пойдем. Он разлетелся. Минус. Так, собраться. Сережа, это что было? Это была ульта на Рейну. Значит так, сейчас танк вместе с Макри, вместе с Хилом идут направо, поднимаются наверх. Гоу вперед. Поднимайся наверх. Мэй, туда же. Меня убили. Загоните солдата справа сверху, поднимитесь наверх вместе с танком. Рипер слева сверху сидит. Там заря, меня бьют. У меня мало хп. Меня сейчас убьют, я не съел. Нам нужно подняться наверх, убить солдата. Солдата убили справа сверху? Он спрыгнул и ушел. Я обратно зашел. Ну все. Рипер слева сверху. Все.
Саша, куда ты сейчас полез вперед? Да толку там уже был этот самый. Овер. Вот читаем. Вот замечательный бой, давайте выложим, посмотрим. Да нет, там не солдат, а тут наверху сидел с занозой сбоку. Вин потом зашел за Риму, поначалу убивали. За убиваем, проходим, сзади нас убивают по одному. Солдат спокойно. Нам солдат не давал пройти, мы спокойно могли бы провести. Гриппер вот единственный раз еще, да, хорошо заучил. А так, поначалу проблем не было, кроме солдата. Just as you've been done. Nothing's gonna stop. Так, а у нас дальников, если будет фарак, только я могу убивать. Enough waiting around, let's get out there. Ну, теоретически, как бы, я могу стрелять по фаре. Еще танк может ешкой стрелять. Нет, но я типа там снайпер, другой вопрос. Это понятно, обычно. Подхил в приоритете. Я просто был уверен, что Миша возьмет опять Макри. Вот почему. Ну потому что у нас один танк. Два. Почему? Ну со мной это два. А без меня один. Не, ну мы отчасти играет роль танка тоже. Ну ладно, сейчас мы в дефе посмотрим. Как будем здесь стоять, пока не подвезут? Гэн тебя обходит. Через коматушку. А у них 4 гэнди. Или еще 4 гэнди, или еще. У нас свинья над нами сверху. Ну это уже чушь началась. Ну все сильно. Мы сейчас свина возьмем. Нужно. Или даже свина. Не минус. Я мартышку. Сверху. Я минус. Get behind me!
Я же тебя стоял, сейчас убьют. Миссия. Давайте сейчас соберемся около танка, с танку отойти назад. Дима, еще птичку. Да нет, хила. Не все. Давайте я на пушку возьму, что-то я вот не ощущаю тоже хила. Бенжи сзади один. Бенжи сверху. Дали бенжи один. Сверху два бенжи. Все. Телепорт есть. Сам, зря ты один туда вот убежал сейчас. Уже был подмороженный. Хотелось и сутку. Давай, по центру, не стреляй. А вот хп наверх ушло, на самолет. Да, давай, давай сзади, у нас там будет телепорт. Слева сзади один. Я тебя спасаю. Угу. Кура я сзади. Да, снайпер впереди. Несу. Снайпер сзади. Стоит внизу и стреляет. Please, минус я.
сзади вас Генджи. Я не буду сзади два Генджи. Давай сверху по центру. Минус я. Телепорт есть. Это чушь, а не игра. Нормальная игра. Да, полностью поддерживаю игру. Я ими так и не воспользовался. Слабак. Так, ну этот бой не имеет смысла записывать. Ну, тогда не выкладывай. Выкладывай, выкладывай. Вот сколько времени у тебя уйдет на то, чтобы описать, в какую минуту начинается чего? Вот в два раза быстрее просто отредактировать и записать, и быстрее видео загрузится. Не говоря уже о том, что... Ну, это уже какое-то очень такое некрасивое отношение к своей команде. А еще учишься на аниматора, где нужно точность все именовать хорошо, по порядочку, эх ты! А, то есть тут ты отдыхаешь, да? Понятно, все с тобой. Все с тобой ясно. Разделение занимает меньше... Два клика. За минуту, да. Ничто не мешает взять и просто вырезать куски из видео. Там, где ты бегаешь на полигоне, там, где нет боя, там и так далее. Где у меня там 2 минуты от силы. Купи хорошие раскрученные ножницы, они быстро режут, качественно. А можно Мельдину вот сюда? Куда? Да, ладно же. Под тебя? Ага. Что? Блин, не работает что ли? Там ночка наверху есть. Ребят, трубу хотел залезть. Потише. Почти. Свинья с тыла у нас. Ролики все убили. Свин справа. Через игру на самый верх. Саша наверх. Я... уже главная точка пришла. Да какой... Ты... Дима хп мало. Силы справа. Осторожно.
Я пойду Диму заберу. Если что, справа стоит. Что делаем? Слева, справа. Диму ждем. Кто нужен? Гол слева. Снайпер стоит справа сверху. У нас свинья встречает слева. Снайпер справа сверху на Рейн. Сидит. На столбе. Уже есть тип. Там фара еще на столбе. Сзади Дива. Дива сзади, фара. Наверху тоже. Вообще в тех, но ХП. Минус я дам. Минус я. Давайте собираемся. Треть. Фара справа, давайте по центру. Убил два. Его наружу. Слушай, вот ты сейчас турель поставил. Минусе. Фара сверху сзади. Минус фара. На точку, на точку, кто может. Не опускай. Бежим, бежим, нужно минус. Есть смысл заходить? Не, подходим назад. Саша. Саша. Один мы забираем. Видите, даже Рейна добил. Давайте по центру. Идем. Был по центру. Справа фара. Минус. Минусы. Ребят, мне кажется, надо фару вот одну из первых убивать. Учитывая, что у меня там еле живая осталась. Саш, лечись. Лечись, Саш. Саш, лечись. Пошли справа. Фишки вот там. Может попробуем атаковать с нескольких сторон все-таки. Они сейчас ульты слили. Да, у меня ульта ну, есть уже. У меня тоже ульта есть на заре. Давайте по центру просто зайдем. Фара сверху, осторожно. Фара уже ульта скорее всего есть. Игорь, вот ты опять бегаешь перед танком. А где фара? Фары нету.
Я сплю. Я сдох. Заходим? Да, давайте. Я наружу дерево. Пора слышать. Минус фара. Где минус? Я сплю. Юху! Что там такое было? А я на видео покажу потом. Там много чего интересного было. Ну я такой сплю, и рядом возле меня эпично падает мертвая Анна. Лицом вниз так. Это тот момент, про который этот, как он называется, Клосс все время говорит, никогда не собирайтесь в линию, когда есть вражеского Рейна. Ульта. А откуда мы должны знать, что у него есть ульта? Ну, как бы, если примерно. У тебя есть опыт, да, ты примерно можешь угадать, когда оно будет. Убийств у меня немного сейчас было, но мне понравилось, как я сыграл. Мне тоже понравилось, как ты сыграл. Да ты, наверное, даже не видел. Я сзади бегал. Ты кто вообще? Я телепорт ставил. На носилках уносил раненых. Я вам мерсю взять. Может, я над Зене? Давайте все на челах. Пусть они охуеют. Ну и не очень идет. Только без мата, пожалуйста. Даже если все совсем плохо. А сейчас вроде даже не все совсем плохо. По-моему, это был не мат, а эмоции. Хотя, конечно, с ними надо аккуратней, учитывая, что у нас игра записывается. Особенно. Тогда у Димы. Как у нас 5-летние дети смотрят, да, ну? А вдруг? Ну, это их проблема. Не, представь себе, там семья. Это на форуме, потому что претензий не бывает. Мама, папа, просто дети. Стараться быть вежливыми, культурными людьми. Да. Так в Крыму. Что все говорили, ой, смотрите, какие они вежливые, аж противно, да? Фу, а чё? Какой нежный. Всем не угодишь все равно. Саш, ну куда ты лезешь? Ну вот зачем ты сюда лезешь сейчас? Ну хорошо. Ну же если узнали бы, если... Лысё не будет. У них вдова. Сказал Саша, получив хэдшот. Спасибо за съёмку. Право там. Макри заходил. Угу. Пожалуйста, я сюда работаю в виде стенки. Где-то тут два мины забросила, аккуратно убрал. Ну и Ханза, осторожно там еще. Заходит через комнатушку ко мне. Иди на через правду, солдат. Пошел ангел. Да, солдат. Спасибо. А, минус я. Макри хорошо стреляет. У них снайпер? Да. Ну да. У них все снайперы там. Вдова, Ханза. Вдова. На втором этаже у нас хлор аккуратно. Я их там пока закрыл. Заходит налево. Наверх. Вдова, ультик, осторожно. Вдова сверху где-то стоит. Мало хп. Бегу на точку. Да, ульту.
This is not over. Где там солдат был, слышал? Сверху? Да, сверху, справа. И он... Вдова, вдова, справа. Справа. Солдат на точку спрыгнул. Чё? Меня убили. Дум, держи щит. Да, я прям под аркой стоит. Я минус. Бегу с респа. Смотрите, у них два снайпера, и нам явно и не нечего. Дофига снайперов, Саня, отходи назад. Я взял свину. Я взял Ханза вместе с этим. Слева право проходит. Явно много. Слева, да, танк. По центру тоже. Так мало хп в шифте стоит. Здесь вот так. У нас справа в темной комнате. Справа Ханза. Убираю. Иду. Минус я. Ханза с проводом. Я Макри с темной комнаты. Макри справа, да. Я минус. На точке. Трое уже. Рядом. Минус я. Рожный солдовой. Бегу на точку. Здесь ульта. Бегу, бегу, бегу. Да блин, ну на точке надо было убить их сначала. Тут Миша занят. Справа один кто-то. Что там справа? Я справа танк смотрю. Снайпер детектив. This is gonna make you feel better. Лево заходит. А, предлагаю щит порегинить, всем отойти, они очень далеко. Лево никого не вижу. Право тоже чисто. Право по центру стоит. Мерси не уйду. Минус я. Рейн слева у нас. Рейн слева. Минус. Я минус. Два по центру. Макри. Нас разнесли на точке.
Ну давайте я тоже тогда. В общем, там два боя. Этот и предыдущий там какой был. Выложите, пожалуйста. Куда выложить? В школу? На YouTube.